Всем здравствуйте! Сегодня неожиданно для всех стало известно о том, что общественник Виталий Бородин все-таки направил письмо к президенту Российской Федерации с призывом лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Он заявил, что певец позволяет себе недостойное поведение и откровенное хамство. В качестве примера Бородин привел случай с скандальной вечеринкой, после которой знаменитость 2 месяца не появлялся на экранах страны. Также он обвинил Киркорова в поддержке запрещенного в стране движения. По словам общественника, это были не единственный случай, когда король сцены вел себя неподобающим образом. Он припомнил, как около 14 лет назад между Киркоровым и режиссером Мариной Яблоковой произошел громкий скандал. Женщина обвинила артиста в непристойных действиях и подала на него в суд. Тогда сторонам удалось договориться. Уважаемый Владимир Владимирович, на основании изложенного прошу вас лишить почетного звания народный артист Российской Федерации российского артиста Филиппа Бедросовича Киркорова за поступки, не соответствующие высокому званию народный артист Российской Федерации, указано в обращении Бородина к президенту. По мнению общественника, знаменитость слишком часто позволял себе недостойное поведение и сейчас вновь находит лазейки, чтобы выразить свое эксцентричное поведение в обществе. Будем надеяться, что в самое ближайшее время Филипп Бедросович пересмотрит свое мировоззрение в целом и сделает определенные выводы. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!